молодые вальщики леса со всей страны демонстрируют свое владение бензопилой. На время им нужно сделать несколько срезов дерева. Добиться идеально ровного результата удается не всегда. А на это эксперты обращают свое внимание. Точность, градация очень при 0,1 доходит до 10, то есть мы это все оцениваем совместно, решаем. Безопасность, безопасное обращение, еще раз повторюсь, бензопила – это очень опасный инструмент, если не уметь им пользоваться. Хабаровский край стал одним из 25 регионов, которые принимают отборочные этапы Всероссийского чемпионата «Профессионалы». В компетенции «Вальщик леса» участвуют 7 студентов из разных субъектов. Наш регион представляет комсомольчанин Илья Подгорный. Студент лесопромышленного колледжа уверенно справился с двумя сложными заданиями и готовится к финальному испытанию. Сегодня этап он уже более легче, обрезка сучьев. Тут главное просто ловкость рук иметь. Передвижение и ловкость рук. Как ты правильно сделаешь, так оно и будет засчитываться у тебя. То бишь ничего сложного в этом нет. Самое сложное уже позади. На базе Хабаровского торгово-экономического техникума проходят испытания по еще одной компетенции. На кухне учебного заведения собрались студенты-пекари. У участников сложная задача – за 4 часа приготовить несколько видов выпечки. Подготовка к конкурсу у них началась несколько недель назад. Они должны составить портфолио, то есть ребята составляют рецептуру на изделия, составляют технологию приготовления и фотографии изделия они должны представить. Хлеб пшеничный на закваске, если делается, то обязательно должен быть разработан алгоритм приготовления, обновления закваски с описанием всех технологических циклов. Сложность испытания в том, что конкурсант до последнего момента не знает окончательный вариант своего блюда. Обязательные начинки пекари получают за сутки до начала испытания. Группе конкурсантов, в которой участвовала хабаровчанка Полина Ишкова, достались вишня и капуста. Сегодня нам необходимо было представить бриоши, пирожки, плетеные изделия, а также пироги. Все равно, конечно, играет человеческий фактор стресса, поэтому где-то есть небольшие ошибки, но в целом я собой довольна. Хлебопечение и вальщик леса – одни из самых немногочисленных компетенций. По большому счету, в Хабаровске проходит финал соревнований, а значит, лучшие на отборочном этапе автоматически будут признаны победителями Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Итоги станут известны 21 июля. Игорь Сукачев, Ольга Власова, «Смотри Хабаровск».